О реорганизации правительства рассказал зампред руководитель аппарата Владимир Калинкин. Ряд назначений Павел Коньков сделает в начале следующего года. Не у всех направлений еще определены руководители. Самым обсуждаемым за последнее время, пожалуй, стал Александр Кузьмичев в должности зампреда. Развитие городских округов – направление новое. Предстоит создать целый аппарат для этих целей. Правда, спикер пояснил, что это будет не более 6 человек. А вот на новое авто для Александра Кузьмичева тратится не будут. Ездить новый зампред будет на том, что есть. В этом году сокращено либо преобразовано 3 органа власти. Чиновников стало меньше на 150 человек. Кого-то отправили на пенсию, кому-то подыскали другую работу. Средний возраст ивановского чиновника сегодня 46 лет, тогда как в 2005 году было 50 лет. Мне кажется, большинство граждан с радостью воспринимает новость о том, что сократили 150 чиновников. А вот редко кто задумывается о том, что это конкретный человек, который водит ребенка в детский садик, ходит в магазин покупать продукты. Я к чему говорю? К тому, что этот процесс, на самом деле, крайне болезненный был.